Кинчик, кинчик. Выбрался в кинотеатр, о, ништяк, кинцо пошло. Давай, мужик, я буду за тебя пальчики держать, пальцы держу. Тот провод перережь, главное. Красавец. Посылаю тебе сердце, вот такое вот сердечко. Что-то у меня рука зачесалась. Ой, не к добру это, не к добру. Ты что творишь, а? Ты что, псих, что ли? А, коленки зачесались. Чё-то я нервничать начал. Так, походу, надо завязывать с этим. Чувак, прости, но я думаю, что пора завязывать. Дис тебе. Дизлайк, говорю. Чё-то не тыкается. О, сработало. Если ты ждал VR, то с тебя лайк и подписочка, если ты еще не подписан. Судари, простите, я в кинотеатре сидел. Как я сюда попал? Ага, кажется, моя рука нашла здесь нового друга. Рука, успокойся, тихо. Успокойся, ну хватит творить всякую дичь. Все, успокаиваемся. О, и здесь рука. Мать честная, штопор в бутылке, куда я, черт возьми, попал? Я нашел этого типа, который со мной болтает. Вот он, красавчик. Мой маленький болтун. И, кстати, я въехал, что здесь происходит. Кажется, мне пытается навязать, что я владею телекинезом. Я, конечно, в эту дичь все не верю, но попробуй стоит. Иди сюда, грязная кружка, если ты ко мне не подойдешь, я тебя не буду мыть целый месяц. Нет, что-то не срабатывает. Слышь, рука, смотри, как у твоих друганов получается, давай так же. Напрягаем извилины. Черт возьми, не получается. Можно я уже просто перелезу через преграду, подойду и возьму ее? Эй, кружка, ты же понимаешь, если ты сейчас ко мне не подлетишь, из тебя год никто пить не будет. О, ну, я даже не знаю, то ли я такой крутой, то ли эта кружка просто со мной договорилась. Кофе хочу. Щипать мой жир возле пупка. И подожди. То есть получается, я сверхчеловек, да? Ну, с одной стороны, это круто. А с другой стороны, это означает, что на мне сейчас будут ставить опыты. И в-третьих, мне на все насрать. Я отличный жонглер. Кружка, подружка, прости меня. Прости меня. Прости меня. Да штопанный носок. Иди в пекло. Отлично. Национальные документы о коррупции. Дай-ка почитаю. Чё там? А, тут все на забугорном. Не местном. Ладно, в архив откинем. О, какие товарищи. Желтый из ММДМС. Хотя желтым тебя сложно назвать. Скорее всего, это желтый загорелый. Может, уже хватит на мне эксперименты ставить, а, ребят? Что это? Открыть можно? Вы мне решили устроить перерывчик на горяченький чаек? Только вот весь прикол в том, что у термоса крышка не открывается. Да кто ж тебя так закрутил? А, так это батарейка. Чуваки, да где вы такие батарейки видели? Это ж кому такую вставить-то можно? О, болтун. Это тебе, что ли, тут вставлять надо? Чё, ручку подергать? Ну, давай. О, неужели? Чё, всё? Я могу отсюда сваливать? И вы меня даже не остановите? Отлично. Ну все, я тогда пошел, ребят. Скромненькими шажками я отсюда валю. Ага, потяните вверх. Ну тут совсем как для идиотов. О, как я элегантно потянул этот рычаг. А сейчас больше похоже на какой-то фак. Ладно, короче, хватит играться. Оу. Мне мерещится или я реально это вижу? Бегающие ноги? Ребят, здорово. Да вы на фитнесе. Only staff. А, это моя персональная комната. Я понял. Пойдем позыркаем, что там. Ой! А, теперь шишандра на башке будет. Ну вот почему с дверьми всегда так сложно? То от себя, то к себе. VR. А дальше не разобрать. О, молоток. Отлично. Я добрался до молотка. Полезная вещь, пригодится в хозяйстве. Вот же ж евреи. Привязали молоток.
Ну вот какому идиоту взбрендит в голову забирать молоток? Ну, кроме меня. В моей персональной комнате все скучно. Пойдем дальше. О, растение. Пошли со мной. Я тебя полью, ухаживать буду за тобой. Фонтанчик для питья. Надеюсь, здесь камер нет. Никто не спалит, что я буду делать сейчас. Так, значит. Мне нужно полить цветы. Как здесь? А, во. Вот так вот, да? Тыкаешь сюда, а там водичка. Значит, поливаем цветы. Ты там как, братец, пьешь? Чё-то какой-то фонтанчик отстойный. Братец, постой-ка здесь. Тут у нас возле водопоя мусор. И надо бы его ликвидировать. Хотя, походу, там нет мусора. Я обознался. Чё в шкафчиках? Пусто. Погоди, а я могу залезть в шкафчик? Ну вот. Слишком пухлый. Ладно, пошарюсь в ящиках тогда. Вот оранженький, смотри. Мешается тут всякое. О, фига. Подожди, не закрывать. Ломик. Дельная вещица. Я даже для него лозунг придумал. Лом в каждый дом. Я там видел еще баночку с напитком. Надо бы... Подожди, а где открывашка? Как это пить? Может, мне лом, который в каждом доме есть, поможет? Я тут нашел новое применение для своего ломика. Элегантное запирание и отпирание дверей ящичков. Кстати, насчет банки. Так она и не открылась. Даже лом ее не взял. Что это у нас тут? Кажется, это моющее средство для окон. Только вот курка нет. Или я бутылку не так держу? По-моему, разницы вообще нет, как я ее держу. Что за привычка постоянно бить, долбить предметы в надежде, что они сломаются, откроются или... О, здорово. А ты здесь что забыл? Я думал, что здесь все ящички пустые. Радио. А, это какой-то приемник. На плеер, похоже, старинный. Так, ломик, подожди, надо тут потыкать, потыркать. Кажется, мои руки что-то не поделили. А здесь, собственно, ничего не тыкается. А батареечку можно достать? Да пошло оно все. Батарейки в магазине куплю. Гантелечки. Надо бы себя в форму привести. Бицуп подкачать. Я же телекинезом владею, я совсем про это забыл. Иди сюда. Будем качать бицуху. Обожаю просто комнаты, где написано «Only stuff». Вот, например, шваброчку нашел. А я же люблю убираться, в мусоре ковыряться. Вот, думаю, дай-ка, пока тут нахожусь, пол протру, подмету. Я это называю «Время добрых дел». Все, хорош, дальше сами уберутся. Замечен мусор. Там бутылки. Я до этого нормальных бутылок-то не видел. Господи, какая стеклянная. Пустая, блин. Аня, что-то было в ней. А, сирена, что ли? Аня, показалось. Это что за чепушилы маленькие круглые бегают? Ты кто такой, грязный колобок? Похож на какого-то микроба. А звуки издает, как дрон. Оу, как тебе весело, когда тебя встряхивает, да? Все самое лучшее для друзей. Давай беги. И возвращайся ко мне. Вернись ко мне, говорю. Вот засранец неблагодарный. Какой сюрприз. Бита. Где там мой новый друг непокорный? Или всех без разбору гасить? Колобки. А ну иди сюда. Смотри, какой юркий. Как втопил-то, сразу понял, что опасность. Да ну, так неинтересно, они какие-то неубиваемые. О, какие-то логические задачки, да? Типа, проползи здесь. Ага, а горячо. Я пальчик обжег. Надо закрутить этот вентиль. Готово.
Чё смотрите, как... Да что ты будешь делать? Ну-ка, на карачки меня поставили, грязные колобки. Кстати, а чё вы от меня не убегаете? Чё вы вылупились? Вот, друг на друга любуйтесь. Не, походу, всё-таки меня просто так отсюда не выпустят. Я же ценный экземпляр. Давай ручечку подтянем. О, погоди, а может быть это так запланировано? Они специально хотели, чтобы я пошел сюда. Это все часть плана. Они хотели, чтобы я сбежал. Но сбежал по ихнему плану. Так, надо срочно замаскироваться. Значит, давай коробочку сейчас оденем на голову. Вот так вот. И все, меня никто не должен спалить. Они сейчас там просто офигевают на своих камерах. Куда он делся? Куда он делся? А я такой, хоп, и пробираюсь с коробочки. Маскировка, чтобы... Все, пробрались. А это что за кнопочки? Не тыкается нифига. О, кстати, тут шикарные двери. Надо сделать как в фильме. Вот так. Роскошно, просто... Дал леща двери. Ну давай, давай. Че, все, не хочешь больше на меня налетать? Ну вот, то-то же. Элегантненько уроним ограду. И я думаю, что... Странные какие-то надписи. Stand pipe. Don't block. А чем не блокировать-то, алло? Ох уж эти иностранцы, как что напишут, сами не разберутся. Опасно. Кажется, я на верном пути. Опа, нифига себе. Телепорт? Где-то я уже подобное видел. Кажется, это безопасно. Пойду проверю.